Ой, хорошие. Мальчики или девочки? Спасибо. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, что мы не нажали на кнопочку для начала. Наше недоразумение такое небольшое. Представьтесь, пожалуйста, расскажите нам, как вас зовут. Меня зовут Тимур, мне 12 лет, я из Татарстана. Прекрасно. Тимур, сложно петь на французском вообще? Скажите, пожалуйста. Ну, нормально. Тимур, нормально? Ты очень классно спел. Да. Спасибо. Это правда. Да, это правда. Сложная очень песня, да, с таким сложным мелодическим ходом. Давно учили ее вообще? Ну, да. А есть какая-то песня, вот, любимая, которую ты прям вот так поешь? Льет дождь, я знаю, ты не придешь. Наверное, глупо, но все же есть капля сомнений. А что это за песня? Ты знаешь? А что это за песня? Что это за песня? Это песня «Дождь». А кто ее поет? До тебя. Роман Волознев. Вот какой, видите, у вас подход. Вот другое поколение, да. Другие кумиры. Да. Знаете что? Прекрасно. Вот это твоя любимая вещь, да? У тебя сегодня было замечательное выступление на этом концерте. Я думаю, что все запомнили тебя. И все очень благодарны тебе за твое прекрасное выступление. Давайте поаплодируем еще. Спасибо большое. Простите меня, пожалуйста. Вы правда спели здорово. Уверен, у вас крутое будущее, правда. Не успокаиваю, а так и конкурсы, не конкурсы, главное твой всегда. Ладно? Не расстраивайся. Ладно? Ничего страшного не произошло. У тебя обязательно будет победа. Я не